на месте Грузии. Замечательно. Давайте, давайте. Ой-ой-ой, какая красота, друзья мои. Летим. Летим. Получая невероятные массовые ощущения и впечатления. Так, это место ущелья как называется? Арагви. Арагви. Обнявшись, словно две сестры, струя Арагви и Куры. Почини все, летим не по центру, потому что петра, да? Всем привет, друзья мои, всем привет от экстремального дня в моей жизни. Такого я еще не видел. Да, первый раз. Дай бог не последний. Отлично, летим дальше. Полет нормальный. 5 минут полет нормальный. Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так. Отлично, пролетаем над зоной под названием Арагви. Прекрасное ущелье. И река носит это же название. Арагви. Значит, да. В общем, welcome to Georgia, guys. Отличное, все супер, мне очень нравится лететь. Еще бы тепло было, вообще было супер. Как ни крути, она пришла. Родила, вот она палит. Пару дней как начали сейчас уже желтеть. А звук пишет? Да ну что? А вот да, на центр вылетать нежелательно, да? По которой вот там? Посадка проходит, то есть также на ноги раз, да? Ага. А это база, да? Что за база? Thank you.
Постепенно идем на посадку, дорогие ladies and gentlemen. Вот, река Арагви, повторяем. Мы в Грузии, близ Гудаури. Осень, октябрь месяц. Спасибо тебе, Дмитрий, большое. Очень приятно.